Здравствуйте, с вами магазин «База Автозвука». Сегодня мы рассмотрим штатную камеру заднего вида от компании iDeal. Данная камера предназначена для установки на автомобиль Mazda 6 и CX-5. И давайте рассмотрим комплектацию ее. Так, в комплекте идет сама камера. Сверху прикреплен прозрачный плафон для подсветки номерного знака. Сама камера выполнена из пластика. Полностью герметично заклеена, пылевлагозащищенная, класс защиты IP67. В данной камере используется сенсор CCD, разрешение ее 656 на 492 пикселя. Используются две системы PAL и NTSC, 480 ТВ-линий. Угол обзора данной камеры 170 градусов. Помимо самой камеры есть на проводе два разъема. Это разъем для вывода изображения и также разъем для подключения провода питания. Провод питания идет в комплекте, подключается к сети 12 вольт, обычно подключается к фонарю заднего хода. Также в комплекте есть вот такой вот провод, удлинитель видеосигнала тюльпан-тюльпан длиной 5 метров. Сейчас мы камеру нашу подключим и посмотрим, как она будет работать. Подключаем к 5-дюймовому мониторчику. Заранее подготовлен кабель питания у нас. Подключаем кабель питания и кабель видеосигнала. Вот так вот выводим. Изображение полностью четкое, с высоким разрешением. То есть все детали и полностью все надписи, даже минимальные, хорошо видны. И также в помощь при парковке есть парковочная разметка, с помощью которой можно будет запарковаться в любом самом сложном и неудобном месте. Парковочная разметка разделена на три зоны. Это красная, желтая и зеленая. При покупке на камеру распространяется гарантия. Гарантия составляет 1 год. Более подробные характеристики и стоимость камеры вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.